мы прекрасно понимаем, что пик эпидемии еще не миновал, поэтому мы готовы к оказанию всей необходимой медицинской помощи пациентам как с подозрением на данную инфекцию, так и если так случится, что и подтвержденные диагнозы. Поэтому у нас в настоящее время в инфекционном отделении созданы все условия для оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной помощи, с обеспечением кислородной поддержки, в том числе аппаратами ИВЛ, с возможностью выполнения рентгеновских исследований и, естественно, проведения всех необходимых диагностических и других медицинских процедур. Наша работа еще не закончена. Мы находимся в постоянном режиме готовности, отрабатываем всех контактных граждан, которые находятся на территории Кинешмы и Кинешемского, Юревецкого и Заволжского районов. И я, пользуясь случаем, хотел бы напомнить о соблюдении режима самоизоляции и ограничении общения с посторонними людьми.